Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Урок 22. Еще одна крутая штука в этом видео – это липкая навигация на ПК-версии, на компьютерной версии сайта. То есть, смотрите, при прокрутке сайта, сейчас на демо-примере, сбоку вот здесь вот будет вот такое залипающее меню с иконками, при наведении на которые ваше любое меню может разворачиваться с мега-меню. А внизу вы можете HTML-блоком вывести красивенько там телефоны, социальные ссылки. Вот такая вот штука. И, естественно, если мы посмотрим в имитации мобильного устройства, по понятным причинам, что здесь оно так не будет работать, оно здесь вообще не выводится. Мобильное меню остается, как всегда, вот так вот, в мобильном меню. Переходим в админку. Настройки находятся в Woodmart, настройки темы, общие, и вот здесь вот липкая навигация. Прежде чем вывести меню, вы должны ваше меню, которое вы хотите вывести сбоку, а вы можете любое туда меню вывести. Если вы хотите, чтобы так же красиво было, нужно снабдить иконками каждый пункт меню. Как это делать? Ранее в уроках я показывал. Здесь просто кликаете, и все ваши меню, которые вы ранее создали, они здесь будут отображаться. Я выбираю категории товаров. Над всеми пунктами, какой будет заголовок, прописывайте здесь. И настроек почти больше у нас и нету. В самой нижней позиции вот этого выскакивающего бара, здесь я бы рекомендовал через HTML-блок создать симпатично блок, допустим, иконки социальных сетей, там, где вы есть, как с вами связаться, WhatsApp, Telegram и так далее. Либо просто здесь можете написать, я понятно, что небрежно написал, здесь надо бы сделать это ссылкой, и ниже можете поставить там email и так далее. И давайте посмотрим. Естественно, сейчас у меня не будет такой красоты, потому что пунктов мало. И при выборе меню я столкнулся с такой ситуацией. У меня почему-то My меню отображается. Категории и мобильное меню не отображаются. То есть я сохраняю, оно просто сбрасывается. На категории было на русском языке. Оказывается, с русскими названиями пунктов меню липкая навигация не работает. Она сбрасывает при сохранении настроек вот так вот до Select и ничего не выводит. Поэтому, если вы при создании какого-то своего меню вот здесь использовали русские буквы, ничего страшного, английскими буквами переименуйте название вашего меню и нажмите «Сохранить». После этого вот здесь вот у меня категории сохраняются и отображаются. Да, сейчас это смотрится не очень интересно, потому что нету иконок, у мебели нет иконок. Потом вот эта вот новинка выскакивает, здесь тоже не очень хорошо смотрится. Но самое главное, это работает. И мега-меню даже показывается. А внизу телефон. То есть вот такое вот интересное здесь и есть особенность. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат.
Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram.